Следующее сообщение о Red Alert 3. Red Alert 3 — это стратегия в реальном времени от Electronic Arts. Факты не лгут, разве что если не ложны, но это факт. Red Alert 3 полностью изменит вашу жизнь, а все остальное неверно. Добрый вечер, я Дэвид Хассельхофф. Вы наверняка знаете обо мне из таких исторических мероприятий, как пение у Берлинской стены, самого популярного телевизионного сериала всех времен, и, конечно же, говорящей машине. Вы знаете, иногда поздно ночью, когда я на своей яхте, окруженный красивыми женщинами, я задумываюсь, каково же это на самом деле играть в видеоигры? Поэтому я здесь, чтобы поговорить о последнем издании EX-серии Command & Conquer Red Alert 3. Базированная на правдивой истории, Red Alert 3 рассказывает сказ о русских зачинщиках, путешествующих назад во времени, чтобы ликвидировать Эйнштейна до начала Второй мировой. Итак, если бы я играл в видеоигру, то я играл бы, несомненно, именно в эту. В мире, где советская агрессия использует силу бурых медведей и путешествия во времени, только один имеет мощь играть и играть по сети. Ты, командуй гордой обороной союзников на Западе, покоряй империализм империи восходящего солнца, уничтожай всех диссидентов под мощью советской армии, нанимай войска, возводи базы, создавай число жертв, стратегия не название игры. В ролях Red Alert 3 Дженни Маккарти, Джей Кей Симмонс, Джордж Тикай, Келли Хью, Джина Карана, Тим Кюри, а также многие другие звезды, которые вселят ужас и удивят. Мир ждет, сделай свой ход. Это хороший RTS.